Только мы с Вовой можем так приехать в Анталию, в Агору на шопинг и в итоге искать Икею. Пофоткаться? Тебя фоткать? Я тебя. И меня. Я думала, в кои-то веки ты решил пофоткаться. Красиво. Чего? Кушать не надо, Икея. Большими буквами написано Икея. А ты таких фонариков не видел, типа, да? Я думаю, кушать не будем в Икее. Точно? Экодельки не хочешь? Экодельки не хочешь? Все рубашки лопаются, мама. Мама, рубашек нет. Невестка плохая, плохо одевает Вовочку. Ого, да. Там написано, не снимать. Да? Да. Где? Не... Опять повелась, блин. Да не может быть такого написано. Что-то в прошлый раз, когда мы были, она мне очень понравилась. За счет того, что она маленькая, компактная, очень такая... О, смотри, гусиная лавка. Кресло. Вот. Ну, что тебе сказать? Икея, она и в Турции Икея. Ну просто. А? По-другому все. Ну, расположение. Столик? А ты знаешь даже название коллекции, да? Ну, так нет. Индирим, индирим. Дерим, знаешь, что это? Скидки. Поинг сейчас найдем. Купим поинг. Поинг? Ага. Повезем поинг на себе. Поинг. А сколько здесь стоит? Поинг. 729 стоит. А у нас сколько стоит поинг? 8900. Ну, если 10 это в евро, это 10, да, значит, это сколько? 72 евро, 73 евро, да, получается? 73 евро. Ну, а если там 90, то стоит она 9000, допустим, то 100 евро. Там 100 евро, а тут, ну, 70, а тут 70... 3 евро. Ну, есть разница 13 евро. 13 евро есть, да. Ну, за багаж дороже будет заплатить. Можно оформить так. Такс-фри? Да. Хороший такой, да, комодик. Ну, почти такой. Человечка? Пять евро. Стульчики, стульчики. Табуреточки. А эти вот как они назывались, Вовка? А? Она по-другому она сейчас идет. Видишь, она идет без. Тут дырка была, такое отверстие в серединке. Ну вот. Такое себе. Идем. Почка. Как дела? Экодельки, любимые. Ты сегодня вообще без ужина? Нам сюда. По стрелочке. Да. По стрелочкам. Слушай, не хочешь вот лотки вот эти вот для кухни? Вовочка, так что отсюда везти лотки от кухни? А что нам в сумку кинул? А ты для обуви не хочешь лотки отсюда повезти? Они дорогие тут.
там по сколько? По 80 рублей. Такой лоток ты имел? Где-то такие, я не помню размеры, кстати. Вон они. Такие, как у нас. Нет, это такие, как у нас. Они не поступили. Мы хотели с тобой зимой другие или нет? Я не помню, что ты хотел зимой. А ты не хотела лоток от Муса? Хотела бы. Хороший такой. Евро стоит. А? 1 евро стоит. Берем? Лучик, ну лоток от мусора вести через это. Это тоже так в раковину ставишь, и можно тут мыть и овощи, и такое. Ну, это вот эта штучка есть у тебя? Сито, да, есть. Вот зеленый такой, вот серый такой. Вот эти вот прикольные. Дорогой, смотри, он стоит. Да, но он... 3 евро. Такой, основательный. Просто небольшой у тебя будет. Будет еще один стоять. А тортика? Да, есть еще такой. Баночки. А? Кран на улице купить. Где же круто будет, вот. Где же круто будет. Кран отсюда везти. За 90 евро. Видишь, как это стоит? Вот эти вот не хотела. Я не такие, я хотела не с пластиковые, а с металлическим. Вот этот. Короче. Вова. Это есть у нас. И это есть. У нас все есть уже. Короче, мы приехали на шопинг. В итоге нам ничего не надо. Кроме чего? Видео снять. Видео снять. В прошлый раз, кстати, я в Икее снимала здесь, в Анталии, видео. Но так как у меня не было места в телефоне, я его удалила. О чем? Нет, нам не туда. Туда? Туда, 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 туда. Короче, я его удалила. У тебя таких пледиков, Вов. Вот это вот у меня есть. Это мы сейчас привезли. Только никто не повесил, а... Они стоят просто на этом. Вот. И как-то 2 года, это было в 2019 году. И 2 года я все время вспоминала о том, что мне очень тогда как-то понравилось это именно Икея. Мне тут больше нравится. Да. Она какая-то более компактная, да? Вот более тогда. Ой, смотри, какие коврики. Как у бабушки. Молда... Что, у нас есть такие? Есть. Шерстяные, да? Есть, да. Молдавские национальные мотивы. Кстати, домой не надо? Не, не надо. Вот. Поэтому... Ну, мы не специально сюда приехали, в Икею. И это не обзор Икеи. Это просто так, погулять время. От солнца немножко оторваться, да, сменить обстановку. Чего? Сейчас ты меня доведёшь до Берлянки и будет. Главное, чтобы я тебя не довела до нервного срыва. И до коленя. А все уже на детском, и да. А сейчас спустишься вниз, и будет тебе гирлянда. Не, ну если ты будешь из Анталии вести из Икеи гирлянду, я очень сильно удивлюсь нашей с тобой дури. Не-не, а смотри, как интересно, детский, да, вот. Он прямо такой вот, очень мило оформлено.
Ну, Икея, она вообще такая маленькая, компактная. Поесть не хочешь? Смотри, какие, да, красивые. Смотри, как свободно все, да? А? Наверное. Больше не надо. Мы не голодные. Обычно мы в Икее... Ролик никогда не стрелы? Не. Отсюда не надо. А это не те прищепки, это прищепки, которые... А вот это вот, слушай, мне так понравилось вот это. У нас есть такая. Так есть, есть. Есть у нас такая. И такая у нас есть, Вова, мы сейчас привезли. А это что? Такая. Это что? О, салфет. Салфеточница. Вот сейчас фонарики. Запахло киевскими свечками, да? Свечки? Нет. Бараночки. Фонарики. Ты нашел силиконовые формочки для льда? Короче, весь мир завален фигней, да. И никуда от нее не деться. Платочки, баночки. Баночки. Банки не берешь? Нет. Виновата я, конечно. Я тебя уговорила. Ну, извини, пожалуйста. По такой жаре? В теннис? Ладно, давай, чтобы ты не сильно расстраивался, я тебе даже разрешу гирлянду купить. Гирлянду? Да. Я солян. А бокал? Где наш любимый бокал? Нету наших любимых бокалов для мартини. Что-то по бокалам тут бедненько, Вовка. По бокалам бедненько. Ну, таких нету. Стакан наш. Таких вот, которые мы вот, лимитируем на коллекцию. Ага, инстаграмная такая. Ну, тут уже текстиль. Лиселот вот есть, видишь? Вот он наш. Лиселот. Хорошая штучка лиселот. Больше ничего тут нету. Наша с тобой занавеска из спальни и из кухни. Короче. Пошли. А? Подушку не хочешь? Не-а. Подушку прикольно. Нет, не купим. Гирлянду. Да, показал. Ну, в общем, товар-то практически один и тот же, Вовочка. Товар один и тот же. Что-то есть, чего-то нет. Просто как-то расположение другое немножко. Скажи мне? Все, давай идем к лампам. Вовочка, здесь гирлянды будут на Новый год, поэтому
Вот они с пчелами. Нету таких, как ты хочешь. Ну нет, вот они. Вот она. Ну а что делать? Вот она. Стоп, 109 рублей. Да. Берем? 1500. А за там ты за сколько отдал? Там больше 2500. Да? Серьезно? Ничего себе. Так бери. Куда ее? Ты ж хотел. А ты просто дразнился со мной очередной раз. В общем, можно было только сразу догадаться о том, что это был разговор, ни о чем. И гирлянду мы, оказывается, в итоге тоже не хотим. Обуви я не видел. Поддончик такой, да? Да и я не видела. Мы последний раз и в Москве, и в теплом стане не видели ее. Может быть, перестали выпускать? Может, перестали выпускать? Все, идем на выход. Идем на выход. В итоге IKEA в пролете, идем в Мигрос.